«Я никогда не чувствовал себя жертвой». Мэттью МакКонахи расстреляли в 15 лет. Мэттью МакКонахи – один из самых популярных актеров современности, численность фанатов которого растет день ото дня. Неудивительно, что знаменитость решил выпустить мемуары, поведав поклонникам о своей жизни. Книга «Гринлайтс» вышла на языке оригинала в октябре 2020 года и огорошила фанатов Мэттью прискорбной новостью. Оказывается, в детстве актера расстреляли. Рассказав в своей автобиографии об эпизоде растления, в подростковом возрасте Мэттью МакКонахи решил не делиться деталями того инцидента, но позже раскрыл душу во время интервью в Тэмран Хоу. Актер заметил, что не видит ничего конструктивного в подобных деталях. Он отметил, что подробности были бы лишь на радость вуэристам и спровоцировали бы ТВ-шоу генерировать неприятные заголовки в стиле «Узнайте подробности сексуального развращения Мэттью МакКонахи» или «Узнайте, как Мэттью МакКонахи шантажировали». Мэттью также подчеркнул, что подобное восприятие было бы в корне неверным, поскольку он никогда не чувствовал себя жертвой сексуального насилия. Актер добавил: «Оказался ли я жертвой в тех двух ситуациях? Конечно, но это не значит, что я сквозь всю жизнь пронес это чувство «Ой, я был жертвой». Звезда Голливуда также сделал акцент на том, что случившееся ни в коей мере не повлияло на то, каким человеком он в итоге стал. В своем интервью Мэттью объяснил подобную спокойную реакцию на произошедшее. «Те два события случились, когда мне было 15 и 18 лет. Случись они, когда я был моложе, я был бы смущен. Когда это произошло, я отчетливо понимал всю неправильность ситуаций, их неидеальность». МакКонахи добавил: «Полагаю, ясное понимание этого, вероятно, причина того, почему случившееся не прилипло ко мне и не смущало меня позже, а также не взрастило во мне искаженное представление о том, каким должен быть мир». Сейчас актер счастливо женат на бразильской модели Камиле Алвес. Чита воспитывает трех очаровательных детишек, фотографиями и видео с которыми актер гордо поделился на странице в Инстаграм, показав, как дети будет отца в день рождения. К слову, 4 ноября 2020 года Го Мэттью исполнился 51 год. Быть может, возраст сделал его столь мудрым, а нам остается лишь восхититься трезвости мышления звезды настоящего детектива. Мэттью – настоящий человек, отец и муж, а еще потрясающий актер и, как оказалось, интересный писатель и даже немножечко философ. Мы искренне поздравляем его с недавним днем рождения и желаем долгих лет счастливой семейной жизни.